Вы знаете, ну, конечно, с какими-то такими вот мелкими проявлениями мы, безусловно, сталкивались, да, там вот, но вот, по крайней мере, вот, что касается каких-то вот эксцессов типа биты там и так далее, все-таки, наверное, нет. У меня ощущение, что здесь, чересчур, понимание к этому завышенное уделяется, ведь все познается в сравнении, да, то есть, во-первых, давайте сравним нас в этом, как бы, в этом аспекте с другими странами, ну, может быть, мы, конечно, не датчане, но уж точно мы не египтяне, не индийцы, потому что какое там движение, да, организация этого движения и хамство, да, вот, это небо и земля. Вот, и давайте сравним с нами самими еще там 10, 15 и так далее лет назад. Да, то есть мне кажется, прогресс тут абсолютно очевидно есть, и помогли, значит, какие-то законодательные меры ограничения. Да, то есть те же самые вот уступления, например, как водители уступают по пешеходам, в каком-то плане мы стали гораздо более европейцами, чем были еще несколько лет назад. Да, то есть, конечно, такие случаи всегда будут. Там сейчас почти все автомобилисты, учитывая доступность, да, автомобиль стал действительно уже не роскошью, а средством передвижения. Люди разные, вот, да, значит, иногда вот такие вещи бывают, нужно с этим бороться, вот, там, законными какими-то, всеми законными способами, если действительно превращается уже в какое-то такое хулиганство, вот. Ну, зачастую они, конечно, вызваны тем, что строительство дорожной сети у нас не поспевает за автомобилизацией населения, да, и, возможно, это хамство, точнее, возможно, точно это хамство связано с теми нервами, да, которые доставляют, водителю, значит, пробки и, скажем так, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия. Да? Вот здесь, вот мне кажется, вот как бы если и дороги европейские, которые у нас пока явно европейскими не являются, да, дороги подтянутся к уровню пассажиров, как бы, и водителей, как минимум, да, то, значит, многие, может быть, вещи отпадут сами собой. Вот, простая, значит, статистика, что у нас в 2000-е годы водилось где-то 1,5-2 тысячи километров дорог с твердым покрытием всего. А в 90-е годы, кризисные, да, там было 6 тысяч, 7,5 тысяч, то есть там в 3, 4, 5 раз больше. Да, то есть дорогами как-то у нас совсем вот строительством не заладилось, да, вот в чем причина, хотя даже вот так вот, если говорить с точки зрения чиновников, да, уж как бы где не осуществлять коррупционные схемы, как при строительстве дорог. Так, ребят, давайте вот стройте, стройте, может быть, там даже и в ущерб каким-то, да, там вот вещам, как бы это ни звучало, да, но тем не менее. Вот, у нас почему-то вот со строительством дорог особенно вот такой большой провал. Вот хорошо, что президент сейчас этому внимание уделяет и в последних, да, и посланиях, и, значит, обращениях к нации. Определенные решения здесь сделаны в плане наполнения дорожных фондов, но, видимо, необходимы дополнительные усилия, поскольку нам нужно наверстывать не только как бы, да, вот, тот уровень автомобилизации, который достигнут, но и то отсутствие строительства, которое наблюдалось последние лет 15, да, вот, и в повышении качества строительства новых дорог. Потому что действительно у нас получается, что дорожная сеть уже сильно поотстала от, значит, уровня автомобилизации.